В Мособлгаз прошло совещание по специализированным организациям по вопросу повышения безопасности обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД и ИЖС, расположенных на территории Московской области. В совещании приняли участие представители более 100 организаций, осуществляющих деятельность по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. Для присутствующих была проведена презентация нового функционала мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Это приложение будет использоваться специалистами во время проведения техобслуживания и инвентаризации газового оборудования.